Великой Победы, 9 мая. Начинаем мы наши городские мероприятия в этот день. Здесь, на старом русском православном кладбище. Три века истории и связаны напрямую с историей Нарвы и Ивангорода. Здесь похоронено много известных людей. Собственник музея, некогда построивший дом Пантелеев, купец Пантелеев, сейчас там находится наш Новгородский музей. Здесь находится почетный гражданин Нарвы, семья почетного гражданина Ларенцова, который построил городскую больницу Нарвскую, был известным промышленником, меценатом. Здесь похоронены и бойцы, погибшие в гражданскую войну, погибшие в Первую мировую, погибшие во Вторую мировую, Великую Отечественную. Кладбище знаменито и известно. Но сегодня мы говорим не столько о кладбище, сколько о победе. Победу в Великой Отечественной войне Ивангород и Нарва внесли свою большую лепту. Здесь проходили огромные сражения. Город заняли немцы в августе 1941 года. Освободили его 25-26 июля 1944 года. Три года стояли здесь немцы. Погибло огромное количество людей, мирного населения, не говоря уже про военных. Сейчас не проживает такого количества людей вместе в Нарве и Ивангороде, сколько погибли за его освобождение. И об этом мы должны помнить. Каждый метр этой многострадальной земли пропитан кровью наших предков, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы жили под мирным небом. И здесь похоронены те герои, их немного на самом деле, но это те люди, которые непосредственно воевали и отдали свои жизни, защищая нашу родину, защищая наш город. Вечная им память. Уже много было сказано, и, конечно, сегодня в первую очередь мы должны поблагодарить наших ветеранов. Каждый из них, идя в бой, работая в тылу, погибая в блокадном Ленинграде, мы должны ценить это, мы должны помнить об этом. И мы должны передавать эту память с поколения в поколение. Низкий поклон всем ветеранам.